Ольгу Бузову часто критикуют не только за отсутствие выдающихся вокальных данных и неумение двигаться на сцене. От недоброжелателей звезде достается и за внешность. Одним не нравятся ноги Бузовой, другие то, и дело нелестно высказываются о груди телеведущей. И если сейчас Оля создает впечатление уверенного в себе человека, демонстрирует фото в откровенных купальниках, не боится показать себя уставшей и без капли макияжа на лице, то пару лет назад это было не так. Вероятно, чувства недовольства собой появились у звезды в тот период, когда она переживала болезненные расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Тогда телеведущая всерьез задумалась над кардинальными переменами во внешности, хотела сдуру увеличить грудь после развода. Слава богу, одумалась. «Я люблю свою маленькую грудь», — поделилась Ольга с подписчиками. Часто Ольга откровенно отвечает подписчикам фото Instagram. Сейчас звезда с улыбкой вспоминает о том непростом периоде. Пока она одинока, но не теряет надежды найти мужчину, на которого сможет положиться. «Я бы хотела, чтобы меня ласкал ты, но сейчас меня ласкают волны», — делилась мыслями Оля в Instagram. Возможно, скоро удача улыбнется Бузовой. Она станет героиней шоу о любви «Плант», который стартует на ТНТ этой осенью. В проекте также примет участие резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Два главных холостяка ищут свои половины. «Уважаемые половины, если не найдетесь в ближайшее время, то мы с Олей поженимся. Это угроза. Время пошло», — заявлял недавно Тимур. Бузову не раз критиковали из-за маленькой груди. Фото Instagram. Напомним, Тимуру и Ольге приписывали роман. Очевидцы застали пару в кафе, причем оба не стеснялись проявлять романтических чувств друг к другу. Как выяснилось позже, звезд связывала лишь дружба. «Нам просто комфортно общаться», — пояснила Бузова в одном из интервью. «За мной он не ухаживает». Класс пост 662 271 подписчик.